Внимание! Говорит Москва! Германия полностью разгромлена! Вечная слава героям! Дай бог. А где твои братья и сестры? Они пошли сейчас счастье до Минуса, представляешь? Представляю. Мама, скажи, а папа одиночен? Не знаю, доченька. Не думаю. Шай, я хочу его убить. Галя, ты всегда для меня с папой будешь как прощальный поцелуй. Присаживайтесь. Лыжнице вредно долго сидеть. А по какому поводу меня сюда пригласили? Присаживайтесь, сейчас вам все объяснят. Guten Tag, Фрёлин Кулакова. И вам. Здравствуйте. Laut angegeben WADA, Sie fanden verboten Medikament in Blut. У меня для вас плохие новости, Галина. По данным антидопингового агентства, у вас в крови нашли запрещенный препарат. Этого не может быть. Это ошибка. Anwesenheit des Medikaments in Blut blockiert Ihr Recht zu laufen. Содержание его, конечно, минимально, но все же наличие препарата в крови не давало вам права участвовать в гонке. Вы с ума, что ли, сошли? Я пятикратная чемпионка, советская спортсменка. И чтобы я принимала допинг? In name des Internationalen Olympischen Komitee bitte angeben Medaille für Ski Stockhen. К сожалению, от имени Международного олимпийского комитета он просит вас сдать медаль за лыжную эстафету. Так, во-первых, где доказательства того, в чем вы меня обвиняете? Да переведи ему! Галина, bitte drum bestätigung, der Beweis für Schuld. WADA Resolution für Ski Staffeta in Innsbruck. На основании заключения экспертной комиссии антидопингового комитета по лыжной эстафете на 10 километров на Олимпиаде в городе Инсбруке. Im Blut von Galina Kulakova wurde das Medikament Ephedrin gefunden. В крови Кулаковой Галины найден препарат Эфедрин, который недопустим для употребления спортсменами перед гонкой. Подождите, какой препарат? Эфедрин. Этот? Diesen Nasentropfen enthalten Ephedrin. Я капли в нос закапала. У меня насморк был. Какой же это допинг?
geben Sie mir bitte die Medaille. Wir geben ihr eine andere Sportlehrerin. К сожалению, на основании решения комиссии он просит вас сдать медаль и передадут ее другой спортсменке. Да. Понимаю. Мы сожалеем. Ich bezweifle, dass die Kommission die Entschweigen anderwirft. Учитывая новые обстоятельства, он постарается что-нибудь предпринять, но сомневается, что комиссия изменит это решение. Да. Да, спасибо.